Всем привет! Привет, мы на канале Господина! Что мы сегодня будем делать? Подарок Тимохе будем делать. Папе. Подарок папе на 23 февраля, да? Да. Для этого понадобится стаканчик с водой, нитка, кисточка, палитра и краски. И еще бумага, да? Сначала какой хочешь цвет? Вот это. Какой? Какой? Вот это, да? Накладываем немного краски в кружочек палитры. Палитры. Тогда одеваем листочек. Нет, сначала не надо. А почему? Так, теперь ниточку краски нужно обмакнуть. А мне? Что тебе? Ниточку. Я буду ниточку делать. А я? Застрял ниточку. Застрял? Ой. Это бы... Ой. Ой. Стакан тут вообще не вместо. Ух, туда, Полиночка, ты рисуй, а няня будет делать ниточку. А мне ниточку. Ой. Съезжает ниточка, да? Ой. Ой. На поле нападает, да? Ой, зачем ты испортила? А я где буду делать? Я испортила. Так, накладываем ниточку в каком-нибудь направлении. Нянь, покажи. Ого. А я тебе рисую. Закрываем, хорошенько проглаживаем, да? Тянем за конец ниточки. Что у нас получилось? Вот что у нас получилось. Дальше можно взять другой цвет. Какой поле будем брать? Ой, у меня получилось. Да. Какой будем дальше брать? Это. Оранжевый? Да. Смотри, какой грязный получился. Чего? Сейчас. Ой. Это все зеленое. Так, дальше ниточку обмакиваем. А мне? Не, она будет ниточку делать. А мне ниточку. Ты потом будешь делать, хорошо? Какая? Все будем гасать. Да, на Полину нападает. Ой. Я хочу я синенький. Так. Я хочу синенький. Так. Ну, возьми синенький.
это лёська? Такая пыльник. Теперь опять проглаживай. Ой, какая красота. Проглаживай. Нет, ты одной рукой держи, а второй гладь. О, ну что у тебя получилось? Теперь вытаскиваем ниточку. Аккуратненько. О! Подожди! У меня что-то получилось! Ух ты! Что у тебя получилось? Я хочу учиться. Смотрим. Смотри, Коля. Ух ты! А у меня какая красота, это... да? А у меня не получилось. Почему? Покажи, Ирина. И вот что у нас получилось. Дальше какой цвет возьмем? Вот это. Желтый? Да, желтый, как я. О, какой желтый, грязный. Ты опять кисточку не помыла, что ли? Нет. Ну, Полина, Полина. Так, закипаем. Теперь закипаем. Нет, стой. Так, ниточку опять обмакиваем. Теперь открываем. Что опять получилось? Ну-ка. Вот, смотри-ка! Ух ты! Какая красота! Красота. Ну, а дальше что-нибудь нарисуй там. Стой, осторожно. Тут нитка. Давай быстрее, Полина. Сейчас нитка опять на тебя нападет. У меня попала. Текс. Так. Так. Пересень из чёрчек. Так, вот так. Вытаскиваем ниточку. Так, открываем. Ух ты! Красота! Полиночки, да? Красота получилась. А у нас что получилось? Ой, какая каляка-маляка. У меня не была каляка. Она не моя, не маляка. Что, красиво получилось? А у тебя маляка. Да, у меня маляка. Теперь подпишем, да? Ты писать умеешь? Да, а? Я хочу... Я синенький. Я тоже синенький. Смотри. С 23-м. И я синенький. F. G. Ой, ты не умею писать. Февраля. Ой, красиво? Коля, смотри, красиво получилось? Вот, это я. Что это? Маляка. Да? Очень вот какая открытая.
открытка у нас получилась. 4, 5, 6. Ты ее более поставь. Это не видно. 4, более стаймя. 5. Да, верхнюю. Описание. Вот. Такая ух открытка. Ты! Как красиво. Молодцы. Ой. Давай, быстрее. Полины тоже получилось? Давай, ставь так же, как... Не, не подпиши эту же открытку, помоги. А то она писать не умеет еще. Давай, напишу. Ой, ставь, ставь, а то сейчас прилипнет. Надо закрывать. Ну, покажи теперь. Ну, покажем. Вот какая у Полины красота получилась. Поставим. Ну, ставь. Так. И как ваше творчество называется? Подарок папе. Подарок папе. Да. Да. Ставь. Лайк. И подписывайся на канал. Полина. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Всех с праздником, наверное, да? Да. Всех мужчин с праздником, с 23 февраля. Ой, упала. Пока-пока.